Скованные одной цепью. Отец Антоний помогает музыкантам протянуть от храма провод, чтобы подключить аппаратуру. Можно репетировать. На косые взгляды прохожих батюшка реагирует спокойно. Он и сам, будучи когда-то студентом музыкального училища, слушал ДДТ и Наутилус, разучивал на фортепиано партии из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Да и сейчас время от времени прямо в храме наигрывает что-то на стареньком пианино. Ну, рок-музыка что такое? Это как один из стилей вроде бы музыки. Любую музыку ведь можно направить в разные направления. Будет ли эта музыка прославлять Господа или там какой-то сатанизм, вот, или еще что-то. В прошлом году светские власти передали духовным полуразрушенный Введенский храм для восстановления, а вместе с ним и бесхозный дом. Настоятель отец Антоний подумал и отдал пустующее помещение начинающим рок-музыкантам, чтобы больше не мыкались по гаражам. Многие гуляют, ударяются в пьянство, в наркомании, то есть люди гибнут молодые. Ребятами сейчас никто здесь не занимается особо, вот, что... Нужно обратить церкви внимание на это. Музыканты отложили на время гитары, взялись за лопаты и грабли, очистили здание от мусора и организовали здесь рок-клуб. Правда, играть внутри пока не получается. Электричество еще не подключили, но это временно. От будущей репетиционной базы до Введенской церкви рукой подать. Начинающие рок-музыканты часто заходят к отцу Антонию поговорить, обсудить планы, а кто-то и помолиться. Дорога к храму у каждого своя. Теперь они связанные одной целью. Средство у каждого свое. У батюшки молитва, у рокеров песня. Идея очень хорошая нам показалась. То, что церковь и рок-культура. И это все смешается, и получится, как бы через музыку мы заставляем людей задуматься о том, как они живут, что они делают. Он для них и духовный наставник, и продюсер. Организовал выступление в центре для трудных подростков. Пока музыканты настраивают инструменты, батюшка держит слово. Такая вот рок-проповедь. И нет никого, кто себя мог понять. В этот момент нужно именно попросить: Господи, помоги нам, Господи Иисусе Христе. Воспитанники центра впервые видят живое выступление рок-музыкантов. После этого концерта в числе любимых групп уже не только Кино и Алиса. Музыка у них уже такая очень, как бы сказала, хорошая очень музыка. Не так уж им далеко до них. В планах батюшки и музыкантов создать при церкви хор, а еще организовать когда-нибудь настоящий большой рок-фестиваль. За последние полмесяца в Вязниках образовались еще два новых музыкальных коллектива. Да и соседские Женька с Лешкой каждый день прибегают посмотреть на репетицию. Мне еще сил не хватает. Дарья Иванова, Роман Серебренников и Анастасия Семенова, Приволжское бюро ТВ-центра, Владимирская область, Вязники.